Дайте определить вам микрофон. И это тоже ваше, да? Да. Итак, основные проблемы, которые мы видим в своей группе, это разбалансированная застройка городов, соответственно, гиперцентрализация населения в крупнейших агломерациях, которая, в принципе, может оказаться нашим будущим. Следующее, то, что жизнь на периферии становится относительно дороже покупательной способности населения. Следующее, это то, что происходит тренд структурирования пригородной зоны. И происходит в будущем падение жилищной обеспеченности, в том числе за счет того, что нет восполнения ветхого аварийного возникающего жилья. Желаемое будущее. Первое. Сбалансированные по инфраструктуре застройки города. Второе. Стабилизация численности населения по регионам за исключением периферии, связанной с плохими климатическими, сейсмикой и так далее. Выравнивание доступности услуг по регионам и по типам населенных пунктов. Лобби общественных интересов в градостроительстве, стабилизация жилищной обеспеченности, ревитализация исторических городов и диверсификация экономических моделей по регионам. При этом мы также видим важным то, что у нас должны появиться центры второго порядка за пределами агломераций на федеральном уровне, крупнейших агломераций, и в каждом из тех регионов, в которых существуют центры второго порядка, которые не оттянут на себя, скорее всего, население, но которые будут иметь большее значение по социальной инфраструктуре, культуре и доле в экономике, чем сейчас. Это очень существенный фактор развития регионов, то, что там появлялись бы центры второго порядка. Все. Ага. Комментарии.